Всем привет, ребята! Мы на канале Нататуся. И сегодня мы будем делать обзор на вот эту вот поделочку. Погнали! Начинаем открывать коробку. Смотрите, как она открывается. О! Тут есть... Скорее всего, это какая-то инструкция. Вот пакетик. Я не знаю, что это там. Вот сама солнышко. Еще что-то. Вот есть какая-то вот такая штука. Потом узнаем, что это. И вот это. Вот такой вот лак. Еще какая-то зубочистка. Достаем, да, это зубочистка в пакетике. И еще одна зубочистка в пакетике. Ну все, ребята, мы распаковали. Сейчас посмотрим, как ей пользоваться. Ребята, еще в комплекте идет вот такие вот полоски. Да. Это набор для квиллинга. Для квиллинга. Да. А скажи всем привет. Всем привет, ребята, с наступившим вас 2024 годом. Ладно. Будем заниматься с Наташей, рукодельничать. Ой, ну не страшно. Ладно. Давай одну посмотрим, Ребята, сейчас мы с мамой сделаем, и вы увидите продолжение. Вот такой вот шаблон входит в набор. Мы сейчас с Наташей намотали на зубочистку ленточку. Вот такой вот цвет получился. Теперь нужно сплющить и склеить краешек. Вот так будет. Ну да. Ноточку надо клей открыть. Покажи. Я покажу сейчас, когда склеим. Угу. Откроешь? Да, хорошо. Давай. Давай. Вот есть в наборе еще баночки с клеем. Мы их уже показывали. А кисточку это вот она. Да, нашли. Я уже показывала эти баночки с клеем, но покажу еще раз. Сейчас попробую открыть баночку. Так, держи вот так, чтобы она никуда не поехала. Не разъехалась. Вот так вот. Вот эта штучка. Да, в комплекте идет две зубочистки, кисточка, кисточка, цвета, две баночки клея. Наташа теперь накручивает на зубочистку полосочку, да? Так. Ну да. Потом зубочистки надо снять, положить вот сюда. Ну, трафарет. Трафарет. Уже получилась вот такая вот штука. Давай, теперь мама будет снимать, а не вот снимать. Ребята, вот такая вот спираль получилась у Наташи. Мы уже ее выровняли. Диаметр, да. Как мы клеим, Наташа? Мы клеим кончик, мы клеим кончик. Вот это вот кончик намазываем. Ладно, давай. Чуть-чуть помажет.
сделаем цвет вот этот, и потом детям покажем, что у нас получится. Давай. Давай покажем, что сейчас у нас получается. Вот такая вот цвет получается. Давай. Это квиллинг. Да? Да. Устанавливаем. Вот такая совочка. Вот такая, такое у нее лицо симпатичное получилось. Продолжение следует. Вы были на канале Мир Птицы. Всем пока-пока. И это была первая часть.